Крыша в торговом комплексе в Подмосковье рухнула. 200 пострадавших. Не сказали, что его тут можно найти. Да? Интересно, кто же тебе такое сказал-то? Ну, я Олег Брагин. Чего тебе? Как хорошо, что я вас застала. Тебя. Привет. Привет. А ты кто такая? Я Вероника. Дочка твоя. Пожалуйста. Даже не начинай. Ты что светишься? Ты что, серьезно решил вот так сразу, что это твоя родная дочь? Ну что, похоже. Чем? Такая же хорошая, как я. Ты же наглый морда, как ты! Оба. Я плакат нарисую, что проживаю с Нарочинской МВ. Что ты цирк устраиваешь? Я цирк по твоей части. Догоняй. Лишь вдвоем сразу же. Че ты на меня чудовище такое делаешь? С ума сошел? Как я в таком положении, девочка, ну, в этой ситуации выгоню. Нет. Месяц. И ни одним днем больше. И не смей меня задабривать с помощью секса, браки. Давай я тебя разозлю. Двое в этом уравнении. Я бы вдруг не верил в чувство ярче света. Это больше жизни, это выше неба. Сейчас, ныне вечно, не важно год или час. Мчим по встречной. Если не разобьемся, значит. Мы же куда-то опаздывали. Погнали. На этом пути. Кто мы друг другу? Ритмы, дыхание. Только тебе одной буду сниться ночами я. Кто мы друг другу? Звезд, сияние. И не страшны нам никакие расстояния. Давайте, развлекайтесь. Только когда у тебя щеку раздует, ты, пожалуйста, мне не смей жаловаться, ясно? Я с тобою как раю, для тебя дышу, для тебя пою. Здесь секреты не нужны, счастье в том, что вместе мы. Слушай, Марина, тебе не надоело руководить, а? Ты все-таки дома, а не на работе. Ты уж определись, ты кто, жена или начальница? Как определишься, скажешь. Уж все бесит. Что Павлова всегда как будто бы ни при чем. Она из любой ситуации выйдет чистой. Конечно. Ну, это можно доказать? Даже и не думаю. А почему? По кочану. Как говорила моя бывшая теща, против ломы нет приема. Ну, ладно. Ты что предлагаешь? Не дергаться раньше времени. И не устраивают соревнования, кто кого первым закопает. Ты все равно проиграешь в этой ситуации. Спасибо. За поддержку и за вот это. Ну а что еще делать? Дыхание. И не страшны нам никакие расстояния. Я теперь безработная. И что теперь? Жизнь закончилась, что ли? Ну сняли тебя с должности главврача. Ты же можешь остаться в отделении. Кем? Рядовым хирургом? А что, это плохо? Или у тебя только амбиции? Да, в отличие от некоторых, у меня есть амбиции, действительно. Ты уже все прошло, понимаешь? Было и было, отпусти это. Давай думать о будущем, о нашем будущем. Господи, Брагин, ну почему же ты такой? Какой?
Вот такой бесхребетный. Ты хотя бы раз можешь четкую позицию занять? Какую позицию? Я просто хотела, чтобы ты меня поддержал. Я тебя поддерживаю. Я весь целиком за тебя. И мне нравится, что ты не начальник. Потому что профессией надо заниматься. Профессией. А не бумажки перекладывать. Ты это хотела услышать? Да нет. Ну, извини. Другого не будет. И останься. Ради меня. Тем более я осталась в отделении. Меня попросил Олег. Случилось? Ничего. Да я устала уже от этого ничего. Хватит. Давай же по-русски мне объясняй, что происходит. Я с тобою как раю, для тебя дышу, для тебя пою. Две судьбы в одну слились, узлами крепкими сплелись. Повторяю вновь и вновь, ты моя любовь, я твоя любовь. Здесь секреты не нужны, счастье в том, что вместе мы. Что, грудь? Как хорошо я смотрюсь на женской груди. Ну ты это, так будет еще лучше. Давай наконец праздновать. Давай выпьем с тобой. За то, чтобы в новом году у нас все было прекрасно. Мы были счастливы. Давай. Годом, люблю тебя. Значит так, муж должен знать, что у жены завтра операция, ясно? Вот ему не скажешь, он посчитает, что тебе на него плевать, и что ты ему не доверяешь, и будет прав абсолютно, позвони. А мы летим вместе с птицами, чтобы в эту жизнь посмотреть с конца. Все пройдет, но свет твоего лица навсегда со мной. Я не понимаю, как тебе это объяснить. Мне в тот момент казалось, что это правильно. Но не хотел, чтобы ты нервничал. Все, все, все. Тихо. Ну, если мы вдвоем, значит, это вместе, поняла? Ты прости меня, пожалуйста. Я не должен был так себя вести. Ты везешь меня домой. Ты ведь не поверишь, но я всегда чувствую тебя. Ну вот. Куликов избавил нас от своего присутствия. Чувствую себя каким-то предателем. Чего ты злишься? Да не злюсь я, Брагин, но я правда искренне не понимаю, почему с тех пор, как мы с тобой решили жить вместе, эта квартира превратилась в гостиницу? Почему ты решил, что это наша с тобой проблема? Ну ладно. Пусть это будет моя проблема. За
даром мы с тобой живем. У тебя свои проблемы, у меня свои. Отлично для людей, которые хотели построить свою семью. Так не надо передергивать. Ты вообще представляешь, насколько мне сейчас хреново? Я имею право на личное пространство в своей собственной квартире. Хотя ты еще помогаешь в беде Куликову. У него же беда, он налево сходил. А у меня может быть рак, Брагин. Разницу чувствуешь? Ты прости меня за сегодняшнее утро. Но я был неправ. Ну, ты тоже была неправа, но знаешь... Ну, ладно, сегодня был я не прав. Марин, выходи за меня замуж. Я поздравляю. Ты моя зайчка, моя девочка, не плачь, все хорошо. Я тебя поздравляю, сладко. Жениться будем? А где кольцо? Ну, а где сильно, давай не гуляй. Может, еще сватов прислать? Поклонник подарил. О, хорошенький. Роскошный. Ой, повезло тебе. Не говори. Ну, давай. Пиши мне перед собой. Давай. А ты только будь со мной рядом. Мой мир, моя любовь. Верю в тебя, мой мир. Не встречать никто, ни фанфары, где они все, где ароматы там перепелов, фазанов. Сейчас сосиски закипят, мы будем отмечать твое новое назначение. Ясно. Ну его к черту этот Питер. Я хочу жить, как жил. С тобой. Ты дурак? От дуры слышу. Подожди, ты из меня, что ли, отказался? О, мне это нравится. А кто ты такая, чтобы из-за тебя отказываться, а? Ты вон даже, вон, не жена моя еще. Брагин, я правда не хочу, чтобы ты потом меня обвинил в том, что я тебе жизнь испортила, крылья обломала, понимаешь? Стюардесса тоже мне по имени. Ну ладно. Мы жениться идем. А может, я не пойду? Че, передумал, что ли? А может, да. Нельзя. Но ты могла записать точное время регистрации? Я? Но... Ты рядом стоял, ты чего не записал? А я-то че? Все не как у людей. Не говори. Ну что такая серьезная? Трубку не берет. Слушай, ну сегодня можно было приехать вовремя. Совесть есть у этого человека? Совесть? У Брагина? Откуда? Да ладно, ты не знала, за кого ты замуж выходишь. Че, зачем ты вызвали? Ну я толком не знаю. Что там? Светом, светом, а, светом, я.
Лети, моя душа. Лети, моя душа. Лети, моя душа. Солнце над тобой.